живые. И дочки, Лёва, и Любанька. Бабка жив. Была прекраснейшая жизнь, просто прекраснейшая. Прекраснейшие пенсии, у детей была прекрасная работа. И все улыбаются нам, говорят, вы братья, вы наши друзья. Махают нам руками. Но мы понимали, что братья друг друга не убивают. В Мариуполе погибло 5000 мирных людей. Среди них 210 детей. Такие данные опубликовал Мариупольский городской совет. За этот месяц разрушено более 2000 высотных зданий и 61 тысяча частных домов. 37 лет города сапожником работал, остался без ничего. Ни мастерской, ничего, ни работы. Как-то надо держаться. Была прекраснейшая жизнь, просто прекраснейшая. Прекраснейшие пенсии, у детей была прекрасная работа. Оба работали с зятья на Ильича. Сейчас у нас нет вообще ничего, понимаете, вообще ничего. Вот, мы остались бомжи, просто бомжи. Посмотрите запасы еды, у нас 8 человек. У нас вот два ведра картошки, ведро лука. Вот вчера случайно, чисто случайно, муж успел где-то выхватить, там подвезли какую-то. Это не гумпомощь, это просто открыли очередной склад с мороженой рыбой. Он схватил вот так вот в охапку этих 8 рыбин. 7 рыбин, да. И еще там этой мойвы там чуть-чуть. Вот. Это мы будем 4 дня варить суп. Понимаете? 4 дня на 8 человек. Потому что еды нет вообще уже никакой. Люди, которые выехали в Запорожье, рассказывают жуткие вещи, которые они видели. Снег мы искали, чтобы его растопить хоть как-то, и была вода. Детей нечем кормить, особенно грудных. Очень много грудных деток. В подвалах принимали роды. Потому что женщины негде было рожать, сиротомы разбиты. Сегодня также узнала, что одноклассника нашего, моего сына, разорвала родителей прямо во дворе на его глазах. И до сих пор, находясь 10 дней за пределами Мариуполя, мы боимся каждого шороха. Решилась я уехать только из-за того, что ребенок не выдержал и сказал, я хочу жить. Но, понимаете, очень много детей осталось. Нам повезло просто, бежал мужчина по улице. В этот момент, когда мы готовили кушать. Это было, наверное, около 10:30 дня. И кричал одну информацию. Меликинская трасса открыта, и люди уезжают. И все люди, которые слышали, просто бросали кастрюли и бежали домой. Как же мы поступили? Мы не думали о том, что мы берем. Потому что в квартире уже не было ни стекол, ничего. И ценность уже не представляла какая-то техника. Ценность составляла только жизнь. Блокпосты начались ближе к Мангушу. Они были более-менее, как вам сказать, не такие тяжелые, как ближе к Бердянску. Просто проверка, откуда едете, кто. И все улыбаются нам, говорят, вы братья, вы наши друзья. Махают нам руками. Но мы понимали, что братья друг друга не убивают. Сергей – рабочий металлургического завода. Говорит, что находился в здании, где люди получали еду, прямо в момент, когда была сброшена бомба российской авиации. Выстраивались длинные очереди, ну и людям хоть по чуть-чуть пытались вот выдавать там печенье, горох. В один прекрасный день, я был на первом этаже, мне повезло больше, ну, пролетает самолетик и вражеский и скидывает авиабомбу. Вот. На это здание. Ну, скажем так, кто на первом этаже был, тем повезло. Скажем так, ну, отделались только контузии. Кто на втором, там вот обвалился потолок. Также он видел, как российские ракеты залпового огня «Град» били по домам. Давным-давно уже вот была мечта, и у меня, и вот и у ребят можно вот поспрашивать. Все хотели вот просто-напросто пакет отправить вот в ту сторону, потому что терпели очень долго. Ну, видел, как вот грады попадали в дома, вот, там вот проходил рядом человек, его тут же этим градом, ну, как бы это цинично ни звучало, там разрывают на куски, вот как труп. Видел по городу. Тоже, ну, вот лежат трупы, видно, что мина взорвалась, осколки, вот людей осколками поражало. Валерии удалось выехать вместе с сестрой из Мариуполя, ей 20 лет, она студентка.
Говорит, было очень страшно ехать в неизвестность, поскольку информации о том, как будут принимать, было крайне мало. Постоянные перестрелки, обстрелы. Мы сидели в коридоре, ну, несколько дней там нормально не спали, не ели, потому что ты только выходишь оттуда, начинают стрелять, ты убегаешь обратно. Мы с сестрой решили уехать, нашли машину. Люди просто нас подвезли за бесплатно, вообще ничего не взяли. Я в шоке с доброты людей сейчас, потому что нас и тут приняли, и в Токмаке мы останавливались, и бесплатно подвезли, и накормили. Ну, это прям, я очень благодарна этим людям. В подвале. Без воды, без газа, без отопления, без еды, полностью без всего. Мужчины готовили еду детям и женщинам на костре под обстрелами, под авиабомбами постоянными. Сирены у нас тоже не было. Мобильная связь была отключена. Мы не могли ни звонить никому, ни просить помощи, ничего. Просто выбрались, я не знаю, каким чудом. Своей машиной, на страх и риск. Сзади колонны все расстреливали. Нам удалось проехать. В Мариуполе все еще остаются 170 тысяч человек. Люди говорят, их дворы похожи на кадры из фильма про конец света, но только это не фильм. И мой муж, вот мы тут и поженились, и детей завели. А теперь что у нас? А что у нас осталось? Скажите. Я никуда не хочу с Мариуполя ехать. И жить тут негде. Тела людей, которые мы не можем показать из-за требования платформы YouTube, лежат в Мариуполе во дворах, просто накрытые клеенкой или покрывалами. Я бегал, уж я квартирку в квартире, у меня там пробитые стекла и пулями, и этими осколками. То там, то там, то там. Я откуда стреляю, ну, все это такое такая. В общем, кутерьма была здоровая, ну как, сильная. Ну, выжили, вот видите, выжили. Слава Богу. Живые. И дочки, Лёва, и батька. Папка жив. Ванна, туалет была. А вот спальня. Возвращаться в свои квартиры за вещами крайне опасно. Они могут обвалиться в любой момент. Даже когда нет бомбардировок, периодически ветер вносит ковры и одежду, падают вниз камни с верхних этажей. Выявили цель, нам дали координаты, мы эту цель подавляем. Мирные жители страдают из-за этой дичи. Нам приходится разваливать наши. То, что строили наши отцы, деды, да и мы сами. И теперь мне приходится по своему городу долбить, чтобы выкуривать эту мерзость. Таким образом, российские военные одной рукой уничтожают Мариуполь, и уже пострадали более 90% зданий в городе, а другой рукой, для того, чтобы создать картинку для всероссийских телеканалов, раздают гуманитарную помощь. Многие люди за пределами Украины не понимают правды о вторжении России, но вы можете остановить это. Поделитесь этим видео со своими друзьями и семьей.